хочешь узнать человека, заплати 85 рублей. О какой российской платформе идет речь? Тоннелепроходческий комплекс АСЛУ приступил к прокладке тоннеля второй ветки Казанского метрополитена. Кредиты подешевеют. Ключевая ставка Центробанка России снизилась до 7,5%. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Кристина Отекина. Казанский государственный аграрный университет празднует столетие со дня своего основания. С поздравительной речью в адрес Казанского государственного аграрного университета также выступил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Он подчеркнул, что благодаря эффективной деятельности вуза Татарстан сегодня является регионом передового сельского хозяйства на всех уровнях – научном, технологическом и кадровом. «Глаз Бога» – российская платформа, специализирующаяся на предоставлении решений и услуг информационной безопасности и разработке программного обеспечения анализа больших данных. С января 2020 года она наводит шумиху в СМИ. Что из себя представляет сервис и насколько это легально, смотрите в сюжете Карины Саяховой. Всевидящее око на просторах интернета. Именно так можно назвать платформу по поиску персональных данных с говорящим названием «Глаз Бога». Евгений Антипов, создатель телеграм-бота «Глаз Бога», в 2020 году совершил настоящий переворот. Этот сервис позволяет пользователю по запросу получить личные данные практически о любом человеке, включая его номер телефона, адрес электронной почты и сумму доходов прямо в мессенджере. Владельцы «Глаза Бога» утверждают, что бот работает исключительно как поисковая система. Все данные о гражданах берутся из открытых источников, предоставляются быстро и в удобоваримом виде. Те же самые данные якобы можно получить по официальным запросам в различных организациях, но на это уйдет гораздо больше времени. В начале 2021 года Роскомнадзор потребовал от Telegram блокировать такие сервисы. 1 июля сообщалось, что Таганский суд Москвы постановил закрыть «Глаз Бога». Однако позже пресс-служба суда уточнила, что решением суда заблокирован лишь клон Telegram-бота. Сбор данных ведется достаточно просто. То есть произошла утечка. Давайте представим какого-то сотового оператора или той же Яндекс.Еды. И если произошла утечка, есть люди, которые начинают торговать. Либо хакеры, либо посредники, которые специализируются на продаже массивов информации с персональных данных. И эти люди, они есть черный рынок, есть все-таки теневые площадки, где это все оплачивается, где это вываливается. Чтобы пробить своего нового парня, необходимо перейти в телеграм-канал и совершить относительно простую процедуру, но для начала внести сумму. Она определяется временем пользования сервисом. Далее все как в любой базе данных. Вводится ФИО, страна проживания и при желании дата рождения. После определения базовых данных телеграм-бот выдает полный отчет о человеке. С помощью нехитрых манипуляций о другом человеке можно узнать все, начиная с его паспортных данных и заканчивая историей личных вещей. По словам экспертов, боты, торгующие личной информации, работают незаконно, но привлечь их владельцев и пользователей довольно проблематично. Действия владельцев могут подпадать под уголовный кодекс, который предусматривает за такие деяния штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет. Любые данные, которые вы размещаете в сети интернет, можете по умолчанию считать, что кто-то их сможет агрегировать, то есть альтернатива – это только не размещать о себе информацию в сети, которую вы не хотели бы, чтобы она куда-то уходила. Тот, кто обработал ваши персональные данные, вы можете, скажем так, обратиться в суд, что с вас согласен на такую обработку не брали. Вот, соответственно, это не вопрос сервиса, это вопрос тех людей, которые работают в сервисе, используют для каких-то своих целей. Если вы об этом не узнаете, то я думаю, что, в принципе, работа сервиса останется для вас тайной. Пользователи же могут оштрафовать на сумму до 3000 рублей за нарушение правил обработки персональных данных. Но правоохранительным органам очень сложно выявить факт использования такого бота конкретным человеком. Для этого потребуется проверка уже изъятого смартфона. По итогу, самый лучший способ узнать о человеке – просто спросить напрямую. И дешевле, и безопаснее. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. Тоннелепроходческий комплекс АСЛУ приступил к прокладке тоннеля второй ветки Казанского метрополитена, который соединит улицу Ломжинская и 10-й микрорайон Казани. О пути развития проекта далее в сюжете. Место знакомое – это станция Ломжинская, старое название, а новое название – Зилан. Здесь мы закончили проходку перегонных тоннелей от Сахарова, а сейчас начинаем проходку новой. Открытие второй линии метро в Казани – событие долгожданное для многих горожан. Самый первый участок Казанской подземки был открыт в 2005 году. Это первое и единственное метро, построенное в России после распада СССР. На сегодняшний день Казанское метро – это всего лишь одна линия и 11 станций, в которых просто невозможно запутаться, если, конечно, не выходить на проспекте Победы. Но в Казани проживает больше миллиона человек, и эта цифра неуклонно растет. Соответственно, увеличивается загруженность
загруженность столичных магистралей, поэтому появляется необходимость в увеличении количества станций. Основная цель строительства метро – это развитие общественного транспорта и снижение уровня загруженности уличной дорожной сети. Это одно из основных и действенных методов борьбы с транспортными заторами на уличной дорожной сети в крупных городах. 16 августа 2016 года было объявлено, что строительство линии планируется начать со станции улицы Академика Сахарова и продолжить в сторону Новосавиновского района. Бюджет в 2019-2021 годах составил 3 миллиарда рублей, по 1 миллиарду в год. Компания IKEA собиралась внести 1 миллиард рублей в строительство станции около их торгового центра. Станцию Умеги начали строить по просьбе шведского руководства. Изначально ее хотели делать в жилом массиве Азино. На выездном совещании комитета Госсовета Республики Татарстан выяснилось, что первый отрезок второй ветки с четырьмя станциями подорожал в полтора раза до 60 миллиардов рублей. Объявившие об уходе из России IKEA не выходят на связь. История с IKEA была бы хорошим примером государственно-частного партнерства при строительстве метро, но, к сожалению, пока не случилось. Конечно же, 1 миллиард сэкономленных бюджетных средств можно было бы направить на другие социальные нужды республики или города. Генеральный директор «Газмедстроя» Марат Рахимов рассказал Рустаму Миниханову и Ильсуру Мешину о перспективах развития казанского метрополитена. Сдать первый отрезок второй ветки метро планируют в 2027 году. 9 июня 2022 года было объявлено, что названия для них уже выбраны. На Фучика станция будет называться «Столетие ТССР». На остановке наземного общественного транспорта 10-й микрорайон станция будет называться «Академическая». На перекрестке Фучика-Ломжинской – станция «Зеланд». На проспекте Камалеева – станция «Тулпар». Алина Красильникова, Универньюз. Ключевая ставка Центробанка России снизилась до 7,5%. С чем связано понижение и как это скажется на экономике России в целом, узнавала наш корреспондент. 16 сентября в Центробанке прошло заседание, на котором было решено, какой будет ключевая ставка в ближайшее время. Теперь она составляет 7,5%. Последний раз такое было в декабре 2021 года. Скорее всего, ставка будет снижена. Для того, чтобы поддержать, во-первых, российскую экономику, поддержать спрос, потребление, ну и плюс это снижение будет отражать продолжающуюся тенденцию на снижение инфляции. При снижении ключевой ставки больше будут брать кредитов, и граждане, и предприятия, значит, они будут больше потреблять, больше предъявлять спрос на товары и услуги. Это будет способствовать оживлению. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Но при этом также отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. Напомним, что ключевая ставка влияет на проценты по кредитам. Чем ниже ставка Центробанка, тем под меньший процент готовы давать населению займы кредитной организации. Но в то же время это максимальный процент, под который можно открыть вклад. По прогнозам эксперта, самая низкая ставка по кредитам будет в декабре. Если продолжится процесс снижения, то да, к концу года мы выйдем на еще более низкую ставку, чем сейчас. Естественно, что до конца года вряд ли Центральный банк перейдет к повышению ставки. Поэтому действительно к концу года будет ставка самая низкая из всех, которые были в этом году. Напомним, еще недавно ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении – 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Центральный банк поднял ее сразу с 9,5% до 20%. Это решение было принято, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Позднее происходило поэтапное ее снижение. Елизавета Никитина, Универньюз. В Набережно-Челнинском институте Казанского университета состоялось мероприятие, на котором каждый первокурсник мог познакомиться с творческими коллективами университетской «Альма-Матер» и полностью окунуться в атмосферу гостеприимства. Как это было, смотрите далее.
«Круто ты попал в КФУ». Именно так звучит название традиционного мероприятия Набережно-Челнинского института Казанского университета, на котором каждый первокурсник мог познакомиться с творческими коллективами университетской «Альма-Матер» и полностью окунуться в атмосферу гостеприимства. Так, 14 сентября в стенах учебно-библиотечного комплекса Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета собрались первокурсники автомобильного, экономического, инженерно-строительного отделений, отделения юридических и социальных наук, отделения информационных технологий и энергетических систем, а также инженерно-экономического колледжа. Вообще обстановка очень классная, и классно то, что есть такие мероприятия. Пришли посмотреть на коллективы нашего института. Очень рады, что устраивают такие мероприятия для первокурсников, где можно больше узнать друг о друге. Я просмотрела все коллективы. Больше всего мне понравилась «Актив.Проф» и «Интеллектуальная лига». Вокальная студия «New Voices», театральная студия «Чизкейк», ансамбль народного танца «Саяр», студенческое радио «Ура», танцевальный коллектив «Фрагменты» не только. Это лишь малая часть объединения университетской «Альма-Матер», с которыми ребятам удалось подружиться и даже вступить в ряды. На самом деле, если это мероприятие буду устраивать каждый год, я буду обязательно сюда приходить, ведь тут весело. И можем познакомиться не только, например, с людьми обычными, также с организаторами. Ежегодно подобные мероприятия проводятся с целью привлечения юных студентов в уже сформировавшиеся коллективы для дальнейшего совместного развития внутри объединений, а именно участие в различных конкурсах городского, республиканского, федерального и даже международного масштабов. Елизавета Никитина, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюз. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!